Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько стран расположено на нашем земном шаре? Вы удивитесь, но однозначного ответа на этот вопрос получить не удастся. Мировая политическая система – очень подвижное и непостоянное явление. Образование автономий все еще происходит, хоть и заметно реже. На сегодняшний день цифра колеблется от 193 до 256 стран. Почему так? Потому что нет единого регламента, по которому происходит принятие молодого государства на мировом уровне. Какие же страны самые молодые в мире и сколько им лет? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос в этом видео. Северная Македония. Дата обретения независимости 1991 год. Территория, расположенная на Балканском полуострове, много веков входила в состав различных империй и государств, была частью Югославии после Второй мировой войны и получила независимость только в 1991 году. Размер территории составляет 25333 квадратных километра и в рейтинге мировых держав занимает 145-ю строчку. Государственными языками считаются македонский и албанский. Многие жители владеют английским языком, что способствует развитию туризма. Интересно то, что македонцы пользуются кириллицей, и некоторые надписи русские туристы смогут понять и без знания языка. Македония не является частью Евросоюза, но претендует на вступление с 2005 года. Прекрасные климатические условия позволяют жителям заниматься сельским хозяйством. Основные направления промышленного сектора занимают текстиль, виноделие и табачное производство. Охрид и Охридское озеро закреплены в списке наследия ЮНЕСКО. В очереди на присвоение подобного статуса находится пещера «Слатинский извор», крепость Маркови Кули, девственные леса Карпат и археологический памятник Кокино возрастом более 3800 лет, относящийся к бронзовому веку. Македония продолжает свое развитие, но пока еще не достигла успеха в экономической сфере. Хорватия. Дата обретения независимости 1991 год. Это достаточно молодая страна, расположена на северной части Балканского полуострова, 56538 квадратных километров. Также владеет большим количеством островов, численность которых превышает 1000. Многовековая история данной местности таит в себе еще множество археологических находок. Самые ранние из них относятся к эпохе неолита. В древности здесь находилась Иллирия, в дальнейшем захваченная римлянами. Славянские народы появились на этих землях только в 7 веке нашей эры. Хорватия перенесла венгерское, турецкое, австрийское владычество, частично входила в состав Венецианской республики, была частью Югославии. Заявив о своей независимости в 1991 году, Хорватия вступила в военные действия с силами с Югославской народной армией и только к 1998 году обрела свою целостность. Экономика длительное время находилась в упадочном состоянии, но все же смогла достигнуть положительных показателей. Развивается пищевая, фармацевтическая и химическая промышленность, но основополагающей экономической отраслью является, конечно, туризм. Трепетное отношение жителей к природе и чистоте, существование большого количества природоохранных зон, национальных парков и безупречная синева моря – главные признаки для европейцев, называющих Хорватию лучшей территорией для экотуризма. Босния и Герцеговина. Дата обретения независимости 1992 год. Одна из частей Югославской республики, которая отделилась в 1992 году, находится в юго-восточной части Европы, занимает западную территорию Балканского полуострова и имеет выход к Адриатическому морю. На 51129 квадратных километров проживает около 4 миллионов человек, но население сильно сократилось после военных действий 1992-1995 годов. Государственными языками считаются босанский, сербский и хорватский. Экономика достигает среднего показателя по миру, но это большое достижение для державы, недавно занимающую строку рядом со странами Африки.
Восстановление послевоенных действий заняло около 5 лет. Правильное реформирование и управление принесли положительные результаты. Основными отраслями молодой страны являются металлургия, производство электроэнергии и строительных материалов, сельское хозяйство, текстильная и кожевенно-обувная промышленность. Некоторые древние постройки сохранились до наших дней. В них прослеживаются времена римской эпохи античности, смешение византийской и центральноевропейской стилистики. О временах турецких правителей свидетельствуют старинные мечети, медресы и мосты. До начала 20 века в постройках можно заметить подражание Ренессансу и восточной культуре. Это необыкновенное сочетание эпох и направлений создает удивительную картину на фоне горных изломов и глубокой синей воды. Эритрея. Дата обретения независимости 1993 год. Одна из самых молодых стран мира. Эритрея расположена в Восточной Африке на берегу Красного моря. Более 30 лет она пыталась добиться автономности и выйти из состава Федерации Эфиопии и Эритреи, что приводило к большому количеству вооруженных конфликтов. Суверенитет Эритреи был признан в 1993 году. Споры с Эфиопией продолжались до 2000-х годов из-за спорных приграничных зон. Археологические экспедиции на территории Эритреи обнаружили человеческое поселение, восходящее к 8000 году до нашей эры. Некоторые архитектурные памятники разных эпох дошли до наших дней. Коринфийские колонны дворца губернатора, католический собор, городская мечеть. Многие постройки в столичном городе отражают итальянский стиль архитектуры. Несмотря на всю свою красоту и уникальность, Эритрея является одной из беднейших государств мира. Центральным экономическим сектором является аграрный. Здесь выращивают бананы, кунжут, кукурузу, папайю, овощи, зерновые культуры и хлопок. Распространение получило скотоводство и рыболовство. Также существует предприятие народного промысла, плетение тростниковых корзин и тарелок. Развивается ювелирное дело, производство стекла, налажена добыча золота, меди и цинка. Соль добывают из морской воды в промышленном масштабе. Большинство предприятий требует восстановления. Нефтеперерабатывающая и текстильная отрасль, обувная и пищевая промышленность. Многие страны оказывают поддержку в финансовом плане. Чехия и Словакия. Дата образования 1993 год. Две половинки одного целого, разделенные межэтническими проблемами интеллигенции. Чехословакия распалась в 1993 году, не пролив ни капли крови и даже не испортив взаимоотношения между гражданами. Историки назвали это событие «бархатным разводом». Чехия и Словакия поддерживают развитие собственной экономики на высоком уровне. Они привлекательны для европейских и российских туристов, имеют большое количество достопримечательностей, древних и средневековых памятников культуры, являются образцами уютных чистых городков, многообразие готических шпилей, соборов в Праге, Карлов мост, старинные замки, качественное пиво и пикантная кухня. Вот что дразнит воображение, когда речь заходит о Чехии. По европейским меркам она считается одной из самых безопасных зон, поскольку имеет низкий уровень преступности и коррупции. Чехия расположилась на 78 866 км квадратных в исторических районах Богемии, Моравии и частично в Силезии. Рельеф местности разнообразен – леса, горы, поля, реки и холмы. Комфортным временем для туризма считается период с мая по сентябрь, но и в другие месяцы она рада принять туристов. Здесь вы попробуете кнедлики, чесночку, жареный сыр и множество видов пенного напитка. Словакия территориально меньше своей второй половины – 49 043 квадратных километра. Панорамные виды местности украшают Западные Карпаты, а высокие Татры в северной части Словакии образуют альпийские рельефы. Дубовые, буковые и хвойные леса покрывают скалистую местность, и холмы, оттеняя старинные памятники архитектуры, замки, ратуши, церкви, театры и другие постройки сочетают в себе романский стиль и готику. Самые посещаемые туристические города – это столица Братислава, город Кошице с известным готическим собором Святой Елизаветы, град Девина с видом на пересечение рек Дуная и Моравы и обзором на пейзажи трех государств – Австрия,
Австрия, Венгрия и Словакии. Туристы запоминают поездки в Словакию и за счет необычной пряной кухни, шницелей, пастушьей галушки, форель, пончики с маслом и чесноком лангоша и словацкие тихие и игристые вины. Вариантов отдыха здесь тоже достаточно. Мировой центр горнолыжного спорта в Высоких Татрах, поля для гольфа, путешествия по пещерам, грязевые ванны, термальные аквапарки и шумные вечеринки курортов Татранской Ломницы. Палау. Дата обретения независимости 1994 год. Молодое островное государство площадью 458 квадратных километров в различные времена являлось частью Испании, Германии, США, Микронезии и длительное время старалось добиться суверенитета. В 1994 году обрело долгожданную независимость. Островное расположение способствует развитию туризма. Воды Тихого океана, вечно зеленые тропические леса, хаотично разбросанные в водах высокие зеленые острова, экваториальный климат со среднемесячной температурой 24-28 градусов, пляжи с чистейшей водой, низкий уровень преступности. Основными отраслями считаются рыболовство, животноводство, добыча леса и полезных ископаемых, выращивание кокосовых пальм, бананов, цитрусов и батата. Развит ремесленный сектор, преимущественно художественный. Население занимается изготовлением изделий из раковин и жемчуга, но Палуа еще имеет высокую потребность финансовой помощи от США, так как собственный бюджет едва покрывает дефицит. Основной плюс для Палуа – заинтересованность зарубежных вкладчиков. Они используют туристический бум, вкладывая немалые средства в гостиничный бизнес, строительство административных объектов, способствует развитию транспортного сообщения. Восточный Тимор. Дата обретения независимости 2002 год. Одна из самых молодых стран в мире. Восточный Тимор находится в Юго-Восточной Азии. Раньше считалась португальской колонией. Занимает территорию 15007 квадратных километров с населением 1,3 миллиона человек. После выхода из состава Португалии в 1975 году началось противостояние с Индонезией, которое продлилось вплоть до 2002 года. Гражданская война периода 1976-99 годов сильно отразилась на экономическом строе Тимора. Разрушения системы были колоссальные. До сегодняшнего дня уровень экономики равен слабо развивающемуся аграрному государству. Сельскохозяйственная отрасль ориентирована на экспортные поставки кофе, каучука, чуконосов, кокосовые пальмы. Для нужд населения выращивают рис, тростник, бобовые, кукурузу. Животноводство направлено на развитие буйволов, коз и лошадей. Добыча нефти и газа, рыбная ловля, лесные промыслы, ремесла имеют второстепенные роли в развитии экономики. Самым распространенным способом быстрого заработка остается ловля жемчуга. Туристический отдых еще не налажен. Остановиться гостям можно только у местных жителей, так как комфортабельных гостиниц попросту нет. Даже в столичном городе Дили тяжело найти нормальные условия для проживания. Такое же положение дел с ресторанами и кафе. Курорты Восточного Тимора – понятие достаточно абстрактное, так как государство не отличается большим количеством достопримечательностей. Главным развлечением будут пляжи, пешие прогулки в горах или сандаловых лесах и созерцание красивых пейзажей. Дили напоминает провинциальный городок Португалии, результат колониального прошлого, образ которого дополняют статуи Иисуса Христа и католические храмы. Но и у этой молодой державы есть свои изюминки – лечебные курорты. Они представляют собой не медицинские учреждения, а отдых для души и умиротворения в лоне нетронутой природы. Черногория и Сербия. Дата образования – 2006 год. После распада Югославской республики Сербия и Черногория попытались стать ее правопреемниками, но не получили поддержки от других держав. В 2002 году они подписали соглашение, согласно которому каждая из сторон имеет независимую экономику и законодательство, государственную символику и атрибуты, а также в любой момент имеют право выхода из партнерских отношений. В 2006 году Черногория инициировала референдум с целью получения независимости. Несмотря на продуманное соглашение, предусматривающее подобные моменты, ситуация завершилась грандиозным скандалом и разделом имущества. Основными сегментами экономики у обеих стран являются промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Основными проблемами молодых государств можно обозначить высокий уровень коррупции, слабую сырьевую базу и старение населения.
Косово. Дата обретения независимости – 2008 год. Республика Косово с 2008 года остается частично признанным государством. Она получила независимость, но условно считается частью Сербии. Небольшая молодая страна площадью всего 10 887 квадратных километров не позволяет сербским властям диктовать условия и контролировать деятельность государства. Нерешенная проблема с международным статусом не дает возможности привлечения зарубежных инвестиций. Население Косово составляет около 1,7 миллиона человек, преимущественно албанцы. Самый крупный город – Приштина, в нем проживает около 200 тысяч человек. Вторым крупным центром является город Призрен с населением чуть более 100 тысяч человек. Косово считается одним из самых бедных европейских государств, чему способствует безработица, низкий уровень жизни населения и маленькая зарплата рабочего класса. Большую часть работоспособного населения выезжает на заработки в другие страны и высылает денежные средства своей семье. Несмотря на это, у Косово есть большой экономический потенциал. На территории Косово имеются залежи полезных ископаемых – бурый уголь, цинк, боксит, свинец, никель и другие. Промышленность развивается медленно. Металлургия и горнодобывающая отрасль, энергетика, текстильная и пищевая промышленность считаются наиболее развитыми сферами. Но наряду с этими отраслями процветает теневой бизнес, контрабанда и наркоторговля. По подсчетам ООН, около 80% всех нелегальных поставок в Европу осуществляется через территорию Косово. Мирная обстановка способствует восстановлению экономики, но отсутствие признания со стороны мировых держав сильно отягощает ситуацию, лишая Косово инвестиций и повергая страну просто в застой. Южный Судан. Дата обретения независимости – 2011 год. На данный момент Южный Судан считается самой молодой страной в мире. Площадь составляет 620 тысяч квадратных километров. На территории Южного Судана всего 30 километров асфальтированных дорог, а в столице даже нет водопровода. Тем не менее, население не падает духом и надеется на процветание своей родины. Летом 2011 года Южный Судан получил суверенитет, пройдя через гражданскую войну, затяжные вооруженные конфликты и тысячи погибших мирных жителей. Но автономия оказалась не готова к самостоятельному существованию, потеряв большую часть экономических проектов. Через всю территорию Южного Судана тянется река Нил. Южная территория покрыта тропическими муссонными лесами. Здесь много заповедных зон и охраняемых территорий, так как правительство старается сохранить богатство и многообразие своей природы, которое создало идеальные условия для проживания слонов, львов, жирафов, буйволов, африканских антилоп и прочее. Основными проблемами молодого государства считается высокий процент детской смертности, некачественное питание, нехватка питьевой воды, отсутствие развитой медицины. Экономическое состояние державы подорвано многолетними военными действиями, но возможность реабилитации существует. Государственный бюджет на 98% зависит от продажи нефти. Также ведется добыча меди, цинка, золота и серебра. Население выращивает хлопок, сахарный тростник, арахис, манго, бананы, пшеницу, разводит верблюдов и овец. Единственная достопримечательность страны – ее природное богатство. Рай для туристов, мечтающих о сафари. А на границе с Конго в национальном парке можно познакомиться с дикими животными и понаблюдать за их жизнью в естественных условиях обитания. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть Boosty, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на YouTube. Некоторый контент будет сугубо только на Boosty. С вами не прощаюсь и до встречи.